Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні в нашій програмі «Гість у студії» ми будемо зустрічатися з представниками споживчого товариства IMTD International. І це програма для людей, які чи бажають зайнятися бізнесом, чи вже займаються їм, але знаходяться у пошуках нових шляхів розвитку бізнесу або нових ринків збуту продукції. Тож, гості в нашій студії – це голова правління споживчого товариства IMTD International Роман Бендас і директор товариства, ну, таки IMTD Ресурс Роман Казимірець. Дуже дякую, дуже приємно, доброго дня. Ну, ви приїхали до нас з новим баченням розвитку бізнесу в Україні. Це нова програма. І я вважаю, усі наші глядачі теж про це, я думаю, з нами згодні, тим, що економічний розвиток України – це проблема, ну, якщо війна номер один, то економічний розвиток номер два. Так от, будь ласка, що це таке програма оздоровлення економіки України «Разом ми можемо»? Дякую. Я перейду на русский язык, потому что, чтобы было бы понятнее, я думаю, что эту передачу будут смотреть и в Грузии, потому что мы международная организация. Ну, вы сказали, что есть номер один и есть номер два. Я бы даже сказал, что экономика вообще страны – это, может, даже и номер один, потому что причиной любых конфликтов, вот особенно когда идет война, они где-то базируются вот на этих вопросах. Почему? Потому что есть такая фраза, что голодный сытого не понимает, и поэтому и конфликты. Наш проект, программа оздоровления экономики Украины, это проект Института многовекторной дипломатии. Это миротворческая организация, которая работает в разных странах, где есть подобные конфликты и где люди нуждаются от выхода с той или иной кризисной ситуации. Поэтому присутствие нашей организации IMTD USA на территории вот, Донбасса, хотя мы всеукраинская организация, это очень такой позитивный момент. Мы более подробно я расскажу. Позитивный почему? Потому что мы говорим о оздоровлении экономики Украины, мы говорим о донорских организациях, о вливаниях определенных ресурсов и риск-фактор, который присутствует вот на этой зоне. Как раз вот эта миротворческая организация, она будет его забирать. Подробно я могу более рассказать. Поэтому есть, еще раз скажу, есть причины, есть последствия. Война – это всегда последствия, а не причина. Если мы говорим о здоровой экономике, если люди чувствуют себя хорошо, тогда с ними можно говорить о какой-то демократии, о будущем развитии. Когда человек думает то, что ему кушать, что одеться, вот таких самых элементарных вещах, он не может, он не способен воспринимать информацию, какую-то образовательную, стратегическую и так далее. Поэтому перед тем, чем заняться развитием демократии и так далее, нам нужно обязательно позаботиться о хлебом насущном, чтобы человек об этом не думал. Вот и наш проект как раз это подразумевает. И что самое это за проект? Хорошо. Ну, начну с самого такого, чтобы было более понятно. Ну, смотрите, давайте начнем с того факта, что в мире много денег. Их много. Мы сейчас не говорим о инвестициях, о банках, о кредитах, там, о лизингах. Давайте остановимся на таком виде финансирования, как гранты, безвозвратная финансовая помощь. Донбасс знает этот вид финансирования сейчас, к сожалению, потому что война, да, и конфликты, и много благотворительных разных фондов заходили сюда, и были разные проекты, программы. То есть это как бы такой плюс, что когда мы работали вот с людьми, не нужно было доказывать, что существует такой вид финансирования, что может кто-то принести ресурсы и назад не требовать. Гроши дают. Да, это факт. И имея эту информацию, я еще больше скажу, что вообще донорских организаций в мире десятки тысяч, то есть очень много. Это факт. Потом мы, когда общаемся с людьми, есть и люди, которые хотят заниматься делом, то есть своим бизнесом, открыть какой-то бизнес или расширять уже существующие и так далее. И нужны какие-то вливания, нужны какие-то ресурсы, мы это видим, и это нормально, и это доказывает то, что
Почему многие страны, особенно европейские, готовы принимать украинцев? Потому что они рабочие, они работают, они хорошо относятся к делу, если им что-то поручают. То есть этот факт доказывает, что люди у нас в Украине достойные, хорошие есть. Теперь смотрите, в чем суть. С одной стороны, мы знаем, что есть ресурсы. С другой стороны, у нас есть и земля, и есть хорошие люди. Что не хватает? Я думаю, не хватает системы. Вот то, что мы сегодня и принесли в этот регион, мы и есть эта система, которая позволит гражданину Украины реализовать свою бизнес-идею и не только, и сделать так, чтобы именно получал прибыль. Это очень важно, что повлияет на экономику страны. Ну, я вот вас чую и думаю, ну волшебство. Согласен. Ну, дійсно, ця проблема для Сходу, для Слов'янська дуже актуальна, тому що зараз сюди не приходять, ні інвестори не приходять, бо вони вважають, що саме тут вже війна йде, хоча війни тут немає вже Різко, давно. Да. І люди від'їжджають, і бізнес закривається. Така. Тож, от що ви можете сьогодні запропонувати? Запропонувати так нашим бізнесменам. Я понял. Ну, первое, что бы хотели мы предложить, мы сюда принесли первую идею. Не брать идеи, а принесли идею. Какую мы принесли идею? Мы разобрались вообще в этих вопросах, почему старые системы, мы называем старые, мы не хотим сейчас о негативе, но я должен это сказать, старые системы распределения грантов и политика, грантовая политика, которая существовала на протяжении 28 лет в Украине, она себя не оправдывает. Это уже все знают. Почему? Потому что, во-первых, это очень дорого. Содержание офисов, содержание грантрайтеров, содержание групп мониторинга. Вообще, вот эта система, ее даже называют 80 на 20. То есть она 80% съедает сама, а 20% остается на какие-то мини-проекты. И то, чтобы сказать, какой-то эффект результата по состоянию вливания, ну, умные все понимают, что это не то, что можно бы было сделать. Я почему это говорю смело, и со мной многие зрители согласятся, и вы согласитесь, что вот в Украину факт, 2018 год, 6,6 миллиарда безвозвратной финансовой помощи. Выделено? Выделено. Я уже не говорю о суммах, которые выделялись на протяжении всех 28 лет. Я уже не говорю о суммах, которые заходили не урядовыми организациями. То есть, я это достаточно говорю, информация не есть такая скрытая, можно найти на УНИАН, и есть статистика. Да, есть какой-то отчет, столько-то процентов пошло туда. Мы сейчас не говорим, что где эти деньги, говорим о эффекте, нету результата. Вот о чем мы сегодня говорим. И вот наша система как раз подошла к этому вопросу правильно, профессионально. Проект готовили 17 лет. 17 лет готовил, можно сказать, славянин, это сам уроженец Грузии, он сейчас в Соединенных Штатах более уже 25 лет. Вот. И Давид Картозия его зовут, своей командой. Они пробовали разные варианты, как можно, можно сказать, перезагрузить этот подход, потому что он нуждался в какой-то альтернативной системе, да. И вот то, что мы сегодня несем, это уже сегодня не какая-то идея или мечта, это уже факт, это уже видно. Нам удалось договориться с самим собой прежде всего, потом это подхватили другие люди, нас уже много, несмотря на то, что нам там официально 2 месяца, мы 24 августа на День независимости вышли на территорию всей Украины, так публично. Именно здесь, я говорю, по Украине. Мы имеем очень хорошие результаты в продвижении самой организации, и нас замечают доноры. То есть, смотрите, я заинтригую чуть-чуть, а мы дальше это разложим по частям. Чем я заинтригую? Наша система имеет концепцию не стоять с протянутой рукой за донором, не бегать за донором, не бегать за инвестором, ни в коем случае. Не рассчитывать там, что на него, и сейчас мы там придем и будем его убеждать, какие мы там хорошие или что-то. Ни в коем случае. Наша система, она подразумевает наоборот ситуацию, что он будет бегать за нами, донор будет бегать за нами, потому что мы знаем, что нужно, чтобы он отдавал ресурсы. Мы знаем эти все регуляторы,
где каждый атом, мы знаем самое основное, я сейчас скажу, это важно, это любой донор, любой инвестор, любая донорская организация нуждается в трех регуляторах. Это прозрачность, это защищенность и отчетность, пунктуальность в отчетности. Если организационно-правовая форма, система, то есть люди обеспечивают вот эти три регулятора, им не нужно ни за кем бегать. Эти все донорские ресурсы в очередь станут, они просто будут выбирать, брать или не брать. И мы этому прецедент. Это наша система уже имеет этот прецедент. Я ще хочу вас ближче до, до самого проєкту. От у вашій програмі, яка розглядалася сьогодні, є слово кооперація. Так. От що це таке, яким чином у цьому проєкту ця кооперація знаходиться? Прежде всего, я хочу сказати так. Почому вообще ми вибрали эту организационную правовую форму? Это неспроста. Это не цель, это инструмент. То есть это инструмент, который позволяет нам объединяться, это первое всего, потому что для того, чтобы интегрировать такую программу оздоровления экономики Украины, которую есть авторы, да, нужна организационно-правовая форма. Как ни крути, с точки юридической, международного права и так далее. То есть нам нужно было куда-то поместить эту программу. Идеально всего мы пересмотрели все организационные правовые формы, которые существуют согласно Конституции, законодательству, международного права. Больше всего подходит именно кооперация. Почему? Потому что кооперация позволяет замкнуть круг. Это вот будет ответ на тот вопрос, почему у нас сегодня даже бизнесы есть, и они в таком стагнации, они не знают, как развить, у них нет где продукции. У нас нет цели просто создать тысячи бизнесов, потом свернуться, закрыться, мы свое дело делали и ушли. Если мы не обеспечим, система не обеспечит реализацию продукции и прибыль членам организации нашего кооператива, да, то это фиаско, это путь в никуда. Мы получим обратный эффект. Поэтому организационно-правовая форма кооперации, которую, может, знают старшие люди уже, да, молодежь, она не знает. Как так получилось, что у нас кооперация работает, может, менее 1% в Украине. Хотя в других странах, там Япония взять, это 70% влияет на экономику и так далее. То есть, еще раз, кооперация, то, что организационно-правовая форма, это система международного уровня, в которую интегрируется разные грантовые программы, где члены этой кооперации, как физические лица, так и юридические лица, так и неприбыльные организации могут находить и ресурсы, и рынки сбыта, и так далее, и так далее. Ну, члены вашей группы кооперативной, они по напрямкам разделяются? Ну, например, ці виготовляють там продукти харчування, а ці там, кераміку там якусь роблять. І там є і ті, які глину продають, і ті, які, ну, наші вже я понял. Там горшки обжигають. Вопрос я понял. Ну, смотрите, кооперация вообще-то имеет очень много функциональности. Вообще кооперация, она претендует на такое высказывание, как страна в стране. Почему? Это ни в коем случае не является там что-то незаконным. Я просто говорю, это гармонично сидит страну, с государством. То есть государство в государстве. Почему? Кооперация, она позволяет людям быть равными. Это раз. Это первое условие, что нету больших или маленьких. Люди кооперируются, используя закон Украины про объединение, и в этой правовом поле они имеют право иметь в себе самом службу безопасности, например, антикоррупционный комитет, имеют право создавать ведокремлені підрозділи, то есть систематизировать. Вот про підрозділи. Да, вот я вас про підрозділи. Я все ж таки хочу запитати. Є велика організація, яка от все це інтегрує і так керує, і це все придумала. Але от я хочу стати членом вашої організації, де є кооперація. Сама вона по напрямкам якось розділена? Ілі усі там, усі в одній купі? Ні, по напрямкам, звісно, по напрямкам. Хто хоче. Всі ми рівні, як члени організації. А далі ми вибираємо, з чим взаємодействувати. Наприклад, якщо вже ми вже переходимо до практичним питанням, ну, давайте сценарій, да? Ну, есть кооперация, есть система. Гражданин Украины, исполняя свое право конституционное, имеет право изучать, смотреть и так далее. Но мы действуем в правовом поле законодательства Украины. Он изучает наш статут. То есть кто мы, что мы, какие у нас постулаты, какие кодексы, какие задачи, цели, ценности. Ну, то есть все он изучает. Если это лежит ему по сердцу, он вступает в кооператив. Вступил в кооператив. На украинском языке набув статусу ассоциационный член споживчої кооперации.
ситуации. Дальше вступает уже правовое поле внутреннее. То есть мы действуем уже на подставе статута, который мы имеем. И у нас есть программы. И мы, первое, что мы делаем, мы даем сертификат нашему члену кооператива, где четко прописаны его права. И он уже выбирает, пользоваться этими правами или нет. Первое право, которое мы надаем каждому члену кооператива, это принять участие в грантовой программе оздоровления экономики Украины. Что значит это? Это значит, что он имеет право подать свою бизнес-идею, если она осуществима с грантом не более 20 тысяч долларов, значит, она может принята быть и участвовать в этой программе как пазл. Не отдельная идея, как пазл в большом проекте. Вот тут идет по направлениям. То есть он, когда берет соответствующую анкету, наша анкета ему задает ряд вопросов. Первый вопрос, к какой отрасли вы относите свою идею? Вот тут уже классифицируется по направлениям. Второе. Каждый член организации имеет право подать свое резюме в кадровый ресурс. Не все члены организации хотят принимать участие в грантовой программе, это их право. Ну, не хотят быть бизнесменами, ну, не обязательно. Есть же рабочие места, есть хорошие зарплаты. И если он считает себя экспертом, нам очень нужно много экспертов, потому что у нас есть свой IT-группа, онлайн-маркетинг, очень большая структура. Он подает соответствующее резюме, программа принимает наша, это центр занятости, внутренний наш, да, кадровый ресурс. И мы уже можем ему найти рабочее место. Он себя может найти, как хочет. Мы не предлагаем ему какие-то там варианты. Он сам. Кооперация уже будет это все соединять. Потом, что он имеет право? Так как у нас приходят к нам и юридические лица, существующий бизнес, это очень круто и классно, и этот бизнес уже имеет продукцию, либо услугу и так далее, каждый член организации имеет право на дисконт, который надается всему кооперативу. Это, например, если к нам пришла гостиница как ассоциированный член потребительского общества, табличка висит, что это программа оздоровления экономики Украины, у него есть удостоверение, что он член кооператива, он воспользовался своим правом этой скидкой, он выбирает, конечно, но имеет на это право. Еще одно самое такое немаловажное – это обучение согласно квалификации. Например, девочка подала свою бизнес-идею, хочу парикмахерскую. Круто, ну, видно желание, видно, есть перспектива, но чуть-чуть не хватает квалификации, чтобы ей доверить уже этот бизнес. Поэтому есть соответствующие заявки, и она бесплатно может поднять свою квалификацию до того уровня, чтобы мы могли. Да, это что мы даем основные такие права физическим лицам. От я зрозуміла, як буде вистроєна ця схема роботи виробників і тих людей, які пропонують свої послуги. А далі, от, куди підуть наші продукти? Я понял. Ну, я думаю, тут я б дав слово Роману Казимирцу, тому що він якраз є директором комерційної організації, яка принадлежить іменно кооперативу. Ми спеціально її учредили і поставили їх задачі прибыль. От це дуже важливо. Ну, Роман. Ну, поставлена задача прибыль, но надо понимать, это мы сделали так, что не то, что это прибыль, значит, это чья-то организация, это наша организация. Бенефициаром является, опять же, кооператив, и заработанные деньги будут идти на развитие кооператива. Это надо очень понимать. Кроме этого, у нас еще есть благотворительная организация, ну, если будут вопросы по ней. Вот ситуация. Мы открыли эти бизнесы, помогли людям, они это все делают. И то, что вы сказали, надо реализация. И мы это уже 4 дня слушаем вот в этом регионе. И это не новость даже для всякого региона Украины. И даже не дожидаясь этой продукции, которая будет в будущем, мы уже сейчас создаем прецеденты, когда вот эти действующие бизнесы, которые к нам заходят как юрлица, у нас уже даже есть прецедент вывода этого товара на международный рынок после его там переделки, рекламы, упаковки, все по-другому. Этот человек, который к нам зашел как действующий бизнес, он этого сам бы не сделал, я думаю. Он говорит, надо 100 лет для этого, но я думаю, что он к этому бы и не дошел. Например, когда мы говорим о том, чтобы замкнуть этот круг о системе. Наши специалисты сейчас работают над проектом, не над проектом, а над контрактом в 10 тысяч тонн меда. То есть у нас будет гарантия и уверенность в том, что мы на эти
как раз почему меда, потому что у нас так получилось, что апликантов, которые зашло к нам. Свою заявку нам подают, это где-то там больше 10%, это только пасечники. И опять же, мы можем быть уверены в том, что это новые рабочие места, не только делать этот мед, а и улья там надо, например, да, и сопутствующие там эти всякие, ну, кто понимает, понимает. И мы посчитали, что это надо, мы можем запустить уже около 3000 под этот только контракт этих бизнесов. То есть у нас есть в этом уверенность и в людей тоже, когда мы имеем контракт. То есть команда работает во всех направлениях одновременно. Потом сейчас мы создаем гильдию маленьких пекарей Украины, потому что у меня такой бизнес с женой. И мы понимаем, что мы уже не можем выдержать конкуренцию, у нас внутренний бизнес, мы не можем хлеб там экспортировать, ну хотя тоже есть варианты. И мы предлагаем людям объединиться под одним брендом, и это тут тоже много плюсов, например, такой как технолог, да, он, мне не надо на мини-пекарне каждый день, я не могу заплатить такую зарплату. А когда он будет в кооперации у нас, в этой гильдии, он сможет обслуживать там 10-20 пекарней, он приедет там раз или два в месяц настроить какую-то новую продукцию или что-то, ну, вы понимаете. Закупка той же самой упаковки или даже муки, то есть у нас будут эти контракты, и, например, если мне поступает мука какого-то непонятного качества, то при нынешней ситуации, ну, я ему отказал, и мы как-то, ну, дальше каждый свое делает. Если он будет иметь контракт с кооперацией, и он кому-нибудь это, ну, как бы привезет такую муку, он будет уже много раз думать, будут у него завтра клиенты или нет. Ну, я имею в виду мельницу. А как ваша политика цены и якости? Тоже, например, так, вона там, це, ну, коштує стільки, а ви повинні продавати якось по одной цене? Я отвечу. Ну, хотел бы закончить мысль, что Роман еще хотел объяснить, когда говорил, что мы идем от обратно. Вот смотрите. Тут логика. Вообще проект, почему его сложно воспринимать? Потому что он очень простой. Если бы был сложный, то люди бы как-то легче. Все думают, что что-то такое заоблачно сложное. На самом деле все просто. Вот смотрите, мы, пример пасечники. Пришли к нам члены организации, подали свои заявки, что они хотят расширять пасеки существующие, либо новые создавать. Да? Мы знаем, что результат конечной пасеки – это мед. И продукция пчеловодства, там разные есть, там воск и так далее. Но в основном это мед. И теперь смотрите, просто финансировать пасечника, даже если он хороший, любит ухаживать, не имея уверенности, что ты сможешь продать мед, это путь никуда. Это значит что? Мы профинансируем, будем иметь десятки тысяч тонн меда, а потом, не зная, куда продавать, будем спускать цену, и этот пасечник скажет, слушайте, для чего вы мне вообще поставили этих 100 пасеков, хоть и бесплатно, хоть и я не вкладывал, но я ничего не заработал. Доллар цена – это не цена, я лучше там, так и говорят, я водку буду варить и так далее. Вот почему мы, наша система, перед тем, чем финансировать, я практически, как мы это сделали, почему именно мед? Так как у нас компьютерная, да, система, мы нажали 3 клавиши, мы увидели, что из членов кооператива, которые уже к нам вступили, нам показала программа, что какой-то такой процент – это пасечник, и он растет. Мы уже приблизительно готовимся. Не потом, а уже готовимся. И уже наняли человека в Штаты, профессионала, который может позвонить и в Африку, в Индию, и промониторить рынок, где можно продать мед. И начинается процесс. Мы тут собираем заявки, мы еще только группируем, но уже готовимся к этому вопросу. Человек даже это не почувствует. Вот что такое кооперация. Теперь смотрите, 10 тысяч тонн меда мы получили контракт. Долгосрочный, это не какой-то одноразовая продажа, это реальный контракт по цене хороший, потому что мы себестоимость знаем, потому что мы знаем, сколько улик стоит, сколько земля, сколько кормления там или чего. Все-таки вы пропонуете свою цену? Нет, мы знаем, я просто говорю, мы спрашиваем человека, мы говорим ему, вот пасечный говорит, я по доллару продавать не могу, это невыгодно, и мы согласны, потому что есть затраты, есть время. Я говорю, если бы мне дали полтора, никто не говорит 10, там какие-то сферы бизнеса, но есть какая-то минимальная рентабельность, которая дает возможность заработать, кушать хлеб и еще развивать. Это есть тот минимум, мы об этом сейчас говорим. Хотя бы середина, не сверх, середина, стабильная рентабельность. Он говорит, полтора, да. По полтора его никто тут не купит в Украине, потому что кто-то продает по долларов, экспортеры, квоты турецкие, квоты европейские и так далее. Сам свою тонну или 2-3 тонны продать куда-то в Африку, это вообще путь закрыт.
это нереально. А время ж идет, новые, новые надо и развиваться. Наша система, имея эту информацию, этот минимум и себестоимость, с той стороны он дороже. В любом случае, поверьте, мы просчитали очень хорошая цена. Она сдавливается на доллар не потому, что нигде, негде продать, а потому что такая монополия. Вот кто-то сидит, там 20 экспортеров на вот этих потоках, и все. И для них это хватит. А эти, что там не продали 30 тысяч тонн, мы 100 тысяч тонн производим. Вы знаете, 100 тысяч тонн меда мы производим в Украине. 70 тысяч тонн мы экспортируем. Я знаю, что мы первые виробники. Там, ну, в одни в пятерку входим. Да, но поговори с пасечником, он уже как хобби говорит. Это не бизнес, это хобби, любитель, знаете, потому что ему нравится. Это неправильно. А в нашем случае мы уверены, мы 3000 пасечников можем проинвестировать. Потому что мы знаем, куда. Это я пример. И так по каждой отрасли. А кто будет лоббировать ваши интересы за кордоном? Очень хороший вопрос, да. Ответим. Смотрите, слово лобби у нас в Украине оно есть как слово, но слово как законности лобби у нас этого нет. Если брать Соединенные Штаты, они пример этому процессу лоббирования. И у нас к нам сюда скоро приезжает профессиональный лоббист. Будет открывать тут филию. У нас офис находится возле посольства США в Киеве. И мы будем вместе работать. И мы, наша бизнес-ассоциация, то есть юридические лица, вот эти, кто имеет товары, услуги и так далее, будут иметь не просто лоббиста по каждому отдельно проекту, а целую лобби-организацию, которая будет проносить зубами, почему говорю зубами, где нужно вот эти, весь бизнес именно нашей кооперации. Эта практика уже есть. То, что я вам сказал, найти контракт на 10 тысяч тонн меда, вы же понимаете, что с Украины на такие выходы идти – это далекий путь. И еще несколько слов, бо вже наша программа добегает до конца. Ваша программа написана «Коммунальный бизнес». А что это такое? Как вы бачите? Я понял. Вообще, когда мы говорим об этом, я скажу, мы взаимодействуем с 4 субъектами. Первый субъект – это громадяни Украины, которым интересно, да, наше взаимодействие, то есть вступать в нашу кооперацию. Второе – это существующий бизнес, мы называем это прибыльные организации, то есть которые имеют доведку, ну, прибыльные, да. Третий – это неприбыльные организации, это сюда входят благотворительные фонды, громадские организации и так далее. Также мы взаимодействуем еще с органами местного самоуправления. Это тоже субъект, юридическое лицо, которое может с нами взаимодействовать. У нас уже сегодня была встреча с мэром Славянска, который принял решение, это появится на официальных ресурсах, именно вступать в кооперацию. И что вы ему запропоновали? Ну, мы просто рассказали. Это не, мы не предлагали. Наш водоканал, например? Нет, я вам объясню. Вообще-то, будем честными, да? Мы очень интересны органам местного самоуправления. Почему? Потому что наша программа подразумевает прибыль людям. Сегодня децентрализация. Сегодня налоги будут идти по местным больше. Любой управленец, будь то это мэр, будь то голова объединенной территориальной громады украинской, скажу, он заинтересован, чтобы в его громаде были прибыльные бизнесы, которые люди будут зарабатывать, потому что это больше налогов и можно развивать. Когда мы говорим о коммунальных предприятиях, конечно, тут тонкий вопрос, я не берусь за него говорить, потому что есть автор проекта и там есть отдельные регуляции, там очень тонкостей много в связи с коррупцией и так далее, но если бизнес какой-то есть, что может открыть то есть государство, да, коммунальное предприятие, прибыльную организацию, и нужна помощь, там, каком-то оборудовании или в рынках сбыта, чтобы, ну, вы понимаете, чтобы прибыль, рабочие места и так далее, почему бы и нет? Мы можем это рассматривать. Я не могу говорить точно, как это будет алгоритм, потому что у нас даже в заявке так написано, окремо регуляция, но то, что взаимодействие и помощь будет, это 100%. К сожалению, наша программа добігає до кінця. І я дуже вдячна вам за те, що ви прийшли до нашої студії і розказали про все, що ви хочемо робити. Да, хочете робити в Україні і саме в нашому східному регіоні, в Донецькій області і в Луганській області. І я думаю, що вас почують і знайдуть. Я думаю, ваші координати є у місцевій раді. Так. Дякую. Тож, вам вдячна, а наших телеглядачів запрошую, кому це цікаво, підійти в нашу місцеву раду, відділ економіки і там запитати. До побачення. До побачення.
Дякую. Будьте з нами.